Добрый день. Сегодня я расскажу про Анцитрус 16 номер. Анцитрус 16 номер, по крайней мере, я его получал под таким названием. Очень красив. На сером фоне у него разбросаны красные пятна. У них может быть красные плавнички или брюшко. Одинаковой окраски я у них не наблюдал. Очень красивые у них мальки. Они вроде бы как тигровые меченосы. Все разные. Я так думаю, что это обычный анцитрус, порован с красным. Содержание такое, как у обычного анцитруса. Аквариум должен быть густо засажен растениями и содержать различные укрытия, в которых любят находиться эти рыбки. Желательно, чтобы были коряги, которые анцитрусы с удовольствием едят. Корм у них прихотливый. Едят трубочник, мотыль, все мороженые и сухие корма. В рацион обязательно нужно добавлять растительные корма. Огурец, кабачок, тыкву, одуванчик и салат. Я предварительно провариваю это дело в течение 5 минут, в зависимости от созревания. Для их разведения я использую кувшинчики, трубки, раковины, рапанов, любые укрытия, которые находятся в общем аквариуме. После ежедневной подмены воды 10-15% в течение 3-5 дней происходит нерест. После нереста, когда проклюнутся личинки, я беру и вытрушу их из горшочков или трубок в отдельный аквариум, где будут расти мальки. На 8-9 день они превращаются в мальков и начинают питаться. Стартовый корм – яичный желток, таблетки спирулины, артемия. При разнообразном кормлении малек растет быстро. Необходимо только следить за чистотой воды и своевременно ее подмене. Одним словом, все как у обычного анцитруса. До свидания. Задавайте вопросы, будем отвечать по возможности. Записывайтесь на наш канал.